они находят романтику в укладке асфальта, готовы работать с 8 утра и петь об этом под гитару. 10 студенческих отрядов на низком старте. Их ждет озеленение Барнаула и пригорода, работа на Бобровском лесокомбинате, стройках. Здесь мы развиваемся с разных сторон и раскрываемся, и жизнь бурлит, кипит, течет. В общем, здесь очень круто. Этого человека знает каждый уважающий себя боец. Михаил Киселев – главный руководитель российских студенческих отрядов. Он специально приехал на встречу из Москвы. Тяжелая травма спинного мозга приковала мужчину к инвалидной коляске. Но свое дело он не бросил. Теперь с гордостью рассказывает о нем своему сыну. Это строил папа, это делала твоя мама. Здесь мы делали то, сделали мы это. И это важно, что вы будете здесь, у себя дома. Отряд Владимира Капустина становился лучшим на всероссийской студенческой стройке. Его команда знает, что значит любовь и ненависть работодателя. Чуть ли не до потери сознания с ним все время спорили, добивались своей правды, ходили, мерили линейкой ведра, там, рассчитывали объемы лопаты. А под концу сезона, когда мы уезжали, он нас пришел провожать, и он аж плакал. Более 200 бойцов выйдут на работу 2 июля. По итогам трудовой смены определяют лучший отряд, который не боится работы и сложностей. Стройотрядовской семье вручат знамя и сертификат на бойцовские нужды. Ирина Корчагина, Николай Шелко, наши новости.